сейчас смотрим, это педалборд от Кемпера. Кемпер появился в 2011 году. Кристоф Кемпер придумал такой маленький тостер, который можно было принести с собой куда угодно, поставить, подсоединить колонки, подсоединить гитару и начать играть студийные качества. То есть для тех, кто не знает, что это такое, то есть на данный момент, в наше время, кто играет на Кемпере? Bring Me The Horizon, Rammstein, все знаменитые большие ребята, вот даже Джонни Депп со своей группой «Голливудские вампиры» играет на нем. Что здесь замечательно? Он ничего не весит, какие-то там 4 с лишних килограмма. Он дает вам возможность брать с собой студийные качества звука и брать ваши любимые эмпы. То есть у вас, например, есть усилитель, который вам очень нравится. Подсоединяете микрофон к этой машинке, подводите этот микрофон к усилителю, она делает магические перетрубации, и бац, ваш усилитель уже записан, то есть вы его воспроизводите с качеством 99,9%. Все проверено, все работает. Ну, посмотрим немножко на соединение. Что у нас здесь есть? XLR, любому тон-технику радость. Соединение для мониторов. SPDF, модерные, современные соединения для MIDI, если у вас FUS-контроллер есть, как, например, Behringer. И USB для апдейтов. Собственно, скачиваете риги, скачиваете операционную систему. Все это кладется на USB с флешку. Подсоединяете, и через пару секунд у вас уже будет все это на компьютере. Ну или если, например, вам надо будет в Tone Studio сходить, записать какие-то сетапы, в принципе, дома делается бэкап всего этого добра, берется на флешке, приносится, и можно где угодно все это проигрывать, ну, естественно, на другом кемпере. Как работает лупер? Он активируется вот этой кнопкой. Вот это работает как запись. Запись пошла. Теперь он дальше проигрывает. Я могу выйти отсюда и сразу перейти на сетап дилеем и с ревербом. Как раз лучше всего для соло. Отличный звук. Кстати, гитара производится у нас. Гитара Fame. Наша домашняя марка. Великолепная составляющая. Используем звукосниматель Саймор Данкан. Звук говорит сам за себя. Хотите узнать больше, напишите в комментариях, насколько вам интересно, насколько вам интересен звук, что бы вам хотелось узнать об этом, с радостью вам покажем, расскажем. Спасибо большое, что присоединились к нашему небольшому обзору. Надеюсь, вам понравилось. Все ваши вопросы, пожалуйста, в комментариях. Будем рады показать вам больше, презентировать побольше. Отличный аппарат и желаю вам хорошего дня.